Здравствуйте! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня своим рецептом великолепного блюда поделится неоднократный чемпион России по волейболу, победитель Лиги чемпионов, вице-чемпион мира по пляжному волейболу, игрок волейбольного клуба «Зенит Казань» Игорь Колодинский. Физкульт, привет! Привет, Александр. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Я от тебя принес маленькие сувениры, память о моем присутствии в вашей программе. Ну, я смотрю, вы не зря мне сразу три волейбольных мячика подарили. Это получается на всю мою семью практически. Спасибо. Игорь Колодинский, российский волейболист. Игрок казанского «Зенита», мастер спорта международного класса по пляжному волейболу. Родился 7 июля 83 года. Рост 197 сантиметров, вес 87 килограмм. Ампуа в классическом волейболе – связующий. Воспитанник знаменитой белогородской волейбольной школы. В составе «Локомотива Белогорья» становился четырехкратным чемпионом России, победителем Кубка России, победителем Лиги чемпионов. 2005 года выступал в соревнованиях по пляжному волейболу. 2006 года играл в паре с Дмитрием Бурсуком. Пара стала вице-чемпионами мира в 2007 году и бронзовым призером чемпионата Европы 2008. В июне 2007 года ребята возглавили мировой рейтинг. В 2008 году пара Колодинский-Бурсуков приняла участие в Олимпийских играх в Пекине, где заняла 9-е место. После Олимпиады Игорь возвратился в классику. Выступал за «Газпром Югру» и «Локомотив Белогорье». В мае 2012 года подписал контракт с волейбольным клубом «Зенит Казань». По традиции, лучшим подарком для наших телезрителей и от наших почетных гостей будет блюдо, которое мы с вами будем готовить. Ну да, я предлагаю, я как приверженец здоровой пищи, предлагаю приготовить что-нибудь из овощей, например, фаршированные овощи. То есть мы сегодня с вами будем готовить фаршированные овощи. Баклажаны и кабачки. Фаршированные овощи – популярное блюдо в разных кухнях мира, которое готовится в соответствии с местными традициями. Так, например, в Турции баклажаны обычно начиняют овощами, рисом или изюмом, но никогда не начиняют мясом. В Индии баклажаны фаршируют смесью арахиса, кунжута, кинзы, чеснока и специй. В грузинской кухне очень популярны баклажаны, фаршированные соусом из грецких орехов сацебели. А в татарской кухне самая распространенная начинка для баклажанов – это мясной фарш, обжаренный с овощами. Итак, приступим. Вот они у нас свежие баклажанчики, прям с грядки. Один вам, один мне. И, как говорится, со свистком судьи начинаем нашу работу. Игорь, во-первых, как болельщик нашего волейбольного клуба «Зенит», я поздравляю вас с приходом в нашу команду. Мне вот еще раз хочу сказать, очень приятно, что самые лучшие игроки российского волейбола зарабатывают высокое имя для нашей команды. Удачи вам желаю в предстоящем сезоне. И вот хочу спросить, как команда, вот как приняли ребята, как тренер, как вот наша прекрасная арена? Слушай, ну на самом деле сразу скажу, что спасибо за то, что как бы вообще здесь нахожусь. Угу. Не только вам, ну и вообще и клубу, и городу, потому что на самом деле приняли вообще замечательно, потрясающе. На данный момент все нравится, я уже тут около 2 месяцев, угу. И ничего как бы плохого сказать не могу, только позитивные эмоции. В смысле, не успели увидеть еще? Не, увидел уже достаточно много, как бы в команде очень хорошо приняли, и город замечательный, мне очень понравился. Архитектура потрясающая, опять же, вот пока идет глобальная подготовка к универсиаде в следующем году, да, но уже, опять же, на этой стадии все выглядит супер. Так, я думаю, вот все-таки смотрю рядом с вами, думаю, как мы смотримся на экране? Вот так? Отлично. Или вот так? Я могу присесть, если надо. А какой рост тут у вас, Игорь? 197 сантиметров. Как прямо у меня в школе. Я после школы немножко вниз пошел. Стоптался? Стоптался. Вот как говорят волейболисты. Ну, кстати, вы знаете, наверное, кто самый высокий волейболист в мире? Это волейболист сборной России. Да, Дмитрий Мусорский. Да, у него 2 метра 19 сантиметров. И, к сожалению, потому что он по росту у нас не проходит, передачу мы пригласить, к сожалению, никак не сможем. В камеру не ловим. Да, у вас идеальный рост. А вот все-таки хотелось бы, вот гордость, мне кажется, нашей волейбольной столицы, это вот наш зал Санкт-Петербург, который называется. Мало таких в России, мне кажется, их максимум 2. Что скажете о зале? Отличный зал, отличный. Просто уже провели там кучу тренировок, уже на данный момент, ну,
по крайней мере, я, мне все очень нравится. Игорь, а скажи, пожалуйста, сколько лет уже в волейболе? Вот самые первые тренировки, которые когда была, не знаю, в школе, в институте? 19. То есть 19 лет уже вот в волейболе. А как появилась мечта? Родители отдали в спорт? Не, на самом деле банальная ситуация была. Я перешел в новую школу, и в апреле месяце проводили набор. Угу. По моему возрасту пришли старшие девочки старшего возраста, тоже уже волейболистки, угу. и попросили подняться в классе самых высоких 2-3 человек. Угу. Ну, соответственно, я был самым высоким в классе. Мне кажется, тебе и подниматься не пришлось. Ты сидел за партой, они сказали, вот ты сразу все. Было, мне 10 лет на самом деле, поэтому как бы я еще не был таким высоким, но по сравнению с другими своими одноклассниками я был выше всех. В школе, со школы все началось, да? Да, нам раздали бумажки, там, в такое-то время приди, в такую-то школу, там будет отбор на волейбол. Угу. Хотите, да. Ну и уже, соответственно, после меня отправил папа, ну, отвел меня папа туда. Угу. И с тех пор я... Отнял клюшку и сказал, сынок, играй в волейбол. Да. Но не пожалел? Никогда не задумался все-таки? Нет, нисколько. У меня стоял выбор такой, или учеба, или спорт. Где-то на рубеже 9-10 класса. И я все-таки выбрал спорт, и слава богу, родители меня поддержали в этом. Но, кстати, пока у вас достаточно неплохо получается. Все-таки неоднократный чемпион России, победитель Лиги чемпионов. Мне кажется, тут только аплодисменты. Так, готовы наши баклажаны. Эти формочки мы сейчас выкладываем на тарелочку. Давай. И немного, так, можете выкладывать. Немного посолим. Так. Чтобы пока немножко соль пропиталась. И переходим к кабачкам. Так, ну что ж, почистим их. Да. Ну, отлично, справляешься. Игорь, как вообще, на кухне ты готовишь дома или нет? Я, если честно, это не так часто, как хотелось бы. Ага. Меня этим заправляет мама, жена. Поэтому... Ну, а любимое блюдо какое? Я как бы не могу прям так вот определить. Чтобы не обидеть и жену, и маму? Не, каким-то одним блюдом я не ограничиваюсь, потому что люблю что все, что готовят как бы мои родные, поэтому... Ну, у нас с тобой много общего. Я тоже ем все подряд. По крайней мере, дома делаю вид, что вкусно, а потом иду в ресторан, нормально уже наедаюсь. Не. Я больше предпочитаю домашнюю. Домашнюю еду, да? Во-первых, бесплатно, во-вторых, много. А вот что-нибудь за это долгое время пребывания в Казани попробовал с татарского блюда? Ну, одно из первых, названием, которым меня приучили. Я очень люблю выпечку. Ага. И татарская кухня как раз, насколько я понимаю, уже, насколько я знаю, славится этим. Да. И знаю такие выпечки, как Элеш. Элеш. И Шпишмак. Ой, какие у тебя познания. Элеш и Шпишмак, они, кстати, все такие сытные, очень вкусные. Мне тоже нравится. Мне нравится. Ну, а есть какие-то диеты вот у волейболистов? Или все подряд? Не, ну прям такого, чтобы строгих каких-то диет нет. Но все равно приходится себе иногда в чем-то ограничивать. Угу. Я бы не сказал, что я прям так сильно в чем-то себя ограничиваю, потому что все калории, они на тренировке исчезают. Конечно. Так, Руслан, овощи вроде бы готовы. Да, ты баклажанчики. Я думаю, надо переходить к фаршу. Так, сейчас мы наши кабачки еще немного сейчас посолим. Давай. Угу. Так, замечательные ванночки у нас получились, кстати. Можно прям наливать воды и нырять туда. Так, ну и мы переходим к фаршу. Здесь вкусный татарский фарш халяль. Что мы добавлять туда будем? Я думаю, нужно добавить перца, морковь, помидоры, лук. Так, отлично. Ну, должно быть неплохо. Самое приятное, что можно нарезать на кухне, это лук, поэтому я доверяю. Это тебе. Ну, а я своей красивой маленькой татарской рукой порежу помидорчик. Игорь, скажи нам вот немного истории из пляжного волейбола. Все-таки не каждый человек вот сначала играет профессионально в обычный волейбол, потом в пляжный. Причем и там достигает великолепных результатов. Вот расскажи нам, все-таки вы со своим дуэтом, с Барсуком, занимали ведь, если не ошибаюсь, первое место в рейтинге в мировом. То есть определенное время. Вот как было, достигли такого результата? Было. Ну как, трудом и потом. Ну все-таки же игра-то отличается, там песок, там только 2 человека. Ну, на самом деле, да, в пляжном волейболе там определенная специфика есть, как бы, отличается от классического, но если долго и нудно тренироваться, и ты хочешь достичь каких-то определенных успехов,
в своем виде спорта, то рано или поздно оно получится. Ну, а тренер есть вот в пляжном волейболе? Есть. Он не участвует как бы в игровом процессе, идет только тренировочный, потому что в пляжном волейболе тренер не присутствует около площадки, как в классическом. Вот поэтому я спросил, потому что тренера никогда не видно. Если в обычном волейболе он бегает по площадке, что-то пытается кричать, то в пляжном тренера нет. И вы только вдвоем все решения принимаете. Ну да. Он более индивидуальный вид спорта, такой пляжный волейбол, чем классический, потому что на площадке находишься только ты, и помочь тебе некому. Ты принимаешь все основные решения. Ну а какой все-таки волейбол по душе? По душе волейбол. Обычный. А какой он? То есть здесь не имеет значения. Браво! Молодец. Игорь, расскажи, вот за 19-летнюю карьеру столько было матчей сыграно. Есть какой-то памятный матч? Неважно, в пляжном волейболе, вот который остался навсегда в сердце. Финал чемпионата мира пляжного волейбола. Очень памятный для меня такой матч. Потому что, наверное, наивысшее достижение на данный момент. Ну, я думаю, что самый памятный матч, он еще впереди. С командой «Зенит» в Казани, надеюсь. Да. Но в этом году, я думаю, у «Зенита» тоже планы, ведь, как всегда, самые-самые. То есть это Кубок России, Чемпионство России, Лига чемпионов. А еще? Что-то еще я пропустил? Клубный чемпионат мира. А где пройдет он в этом году? В Дохе. Ну, вот до этого момента удавалось там играть вообще вот в этом, в клубном чемпионате? Мне нет. А вот «Зенит» уже играл не раз. Несколько раз успешно даже? Успешно они были призерами, но пока еще не выигрывали. Но есть к чему стремиться? Конечно. Ну, я думаю, кстати, с твоей помощью в этом году, как минимум, первое место. А если повезет, и чемпионы. Все сделаем для этого. Уважаемые телезрители, вместе с игроком волейбольного клуба «Зенит» Игорем Колодинским мы продолжаем готовить тутерган яшельшаля. Фаршированные овощи. Правда. И переходим к следующему этапу. Плей-офф у нас с тобой. Да. Я думаю, все, что мы порезали, и фарш нужно сейчас бери сковороду. Так, берем сковороду. Нужно все это дело обжарить. Добавляем маслица немного. Так. И выкладываем фарш, да? Да. Так. Весь? Все. Давай весь. Мы готовим на целую команду. Да. Ну, не могу я не спросить в этот прекрасный 2012 год про олимпийскую сборную нашу волейбольную. Горд за страну? Ну, конечно. За ребят? Я ж тоже, как бы, играю в этой стране. Я сам, как бы, считаю себя патриотом там России. Я не знаю, я сидел, честно говоря, болел там за наших, там переживал. А ты в какой компании? Где смотрел они? Первые матчи я смотрел с Валерой Вермилием. Мы смотрели, как мы вместе сидели в ресторане. А потом так получилось, что полуфинал смотрел в одиночестве, но сидел в том же месте. В том же я месте? Уже так. Я особо в приметы не верю, но как бы, раз уж на всякий случай. Лучше время и место лучше не менять. Нет, я представляю, если ты смотрел первый матч в Нью-Йорке, например, а потом пришлось бы опять туда лететь. Не, я бы остался. Я только поэтому-то в Нью-Йорке не полетел. Думаю, вдруг наши до финала дойдут. Вот он, человек, настоящий патриот, променял Нью-Йорк на хороший ресторан в Казани. Примерно деньги те же. Ну, а отличается вот все-таки Олегна в сборной от Олегна в волейбольном клубе «Зенит»? Ну, мне пока не с чем сравнивать. Я только пришел в клуб. Все, что на данный момент я видел и его работу, то мне очень нравится. А как он ведет себя в сборной, мне... К сожалению, пока еще не получилось. Но все впереди. Все впереди. Все впереди, я думаю, и у нашей сборной, и у нашего волейбольного клуба, и у нашего блюда. Фарша. Так, Руслан, я думаю, фарш мы обжарили уже немного. Нужно самое главное добавить. Тут фарш такой красивый. Так, добавляем лук, значит. Ага. Так. И все это я перемешиваю, так понимаю. Красиво у нас все получается. Нравится мне наше блюдо сегодняшнее. Так, все ароматненько. Помидоры мы добавляем позже, да? Попозже, да. Угу. Сейчас нужно заняться другими овощами. Так, у нас остался здесь перчик. Так, вот есть морковь. Пожалуйста, можно, в принципе,
через крупную терочку натереть ее. Казань, Игорь, ты, наверное, заметил, это вообще целая спортивная держава, мне кажется. Да, да. Зенит, Казань по волейболу, Оникс по баскетболу, Акбарс по хоккею, это Динамо по хоккею с мячом. И все же чемпионы. Ну, у вас тут на самом деле все молодцы, все виды спорта очень хорошо поддерживаются. Но, ты знаешь, вот мне кажется, существует все-таки проблема болельщика, потому что вот столько классных видов спорта, столько команд, любителей спорта и те, кто может позволить вот сходить себе посмотреть матч, их на самом деле же не так много. Вот как ты думаешь, что надо сделать, чтобы на волейбольный клуб «Зенит Казань» ходило больше народу? Я со своей стороны могу только всех пригласить. Приходите в центр волейбола, Санкт-Петербург. Приходите, потому что мы как бы нуждаемся в болельщиках, нам нужны болельщики, и мы, в принципе, только для вас-то и играем, для болельщиков. Опять же, со своей стороны могу обещать, что будем показывать красивую игру, будем выигрывать, и всегда будем рады видеть вас в центре волейбола Санкт-Петербург. Спасибо, Игорь, за приглашение. Ну, а самый главный плюс, ведь, который может похвастать волейбольный клуб «Зенит Казань». Вход бесплатный на все матчи, даже на матчи Лиги Чемпионов. Слава богу, благодаря спонсорам, уважаемые телезрители, вы можете прийти бесплатно, и даже если вы пришли с женой, за нее платить не надо. Приходите на волейбол. Итак, готова у нас морковочка? Да, да, да. Так, и в принципе, я думаю, можно это поместить. Можно морковь добавить. Да, можно, как я говорю, познакомить морковь с фаршем и луком. Так, все это сделаем. Так, и остался у нас красный перчик, который я тоже доверяю тебе. Давай. Надо его раскромсать, примерно как вот этот красивый помидор. Сейчас сделаем. Ну что, засыпаем теперь перец. Так, добавляем перец, ага, в наш фарш. Отличный получается блюдо. Молодец, да, хороший рецепт нашел в интернете, Игорь. Да, да. Интернет всему голова. Да, так. Отлично. Ага. Сейчас я все это буду размешивать. Вот подарил ты мне такой вот красивый мячик. Скажи, пожалуйста, а волейбольный мяч отличается вот от обычного волейбола, от пляжного? Это одинаковые мячи, да, или нет? Да, да, да. Ну, как бы они одинаковые тем, что круглые. Ага. На самом деле различаются очень сильно. Пляжный он большего размера и легче. Опять же, отличается структура кожи, которая сверху, и расцветка. Мы продолжаем готовить замечательное, самое главное, полезное блюдо тутырган яшин-шаляр, фаршированные овощи. Овощи, да. Вместе с Игорем Колодинским. И сейчас замечательный момент, когда мы уже наконец-то зафаршируем наши овощи, выложим их на противень. Если ты не противень, держи. Так, ну все, начинаем. Да. И, ну, максимально. Ну, самое главное, чтобы все это не вываливалось из формочки. Утрамбовываем. Да, утрамбовываем. Так, утрамбовываем, делаем такую красоту. Ну, мне кажется, после нашей программы даже работники столовой вашего клуба будут тебя уже с уважением смотреть. Не только как на достойного игрока, но и как на чуть-чуть замечательного кулинара. Чуть-чуть. Так, выкладываем еще. А вот есть у вас в команде все-таки такие люди, которые вот следят за питанием игроков? Я не знаю, диетологи, как ну, это все называется? Специального диетолога нет, а всем питанием вот на выездах, когда мы заезжаем перед играми, то занимается доктор, он как бы подбирает меню, подбирает как раз блюда, те, которые полезны для нас, потому что прям перед игрой тоже наедаться не будешь, и мы в основном едим там, ну, то, что... Бог пошлет. Нет, то, что быстрее всего усваивается, чтобы проблем никаких не было. Мне кажется, каждый игрок, который профессионально занимается волейболом, и не только волейболом, но и другими видами спорта, он просто должен сам как бы следить за тем, что он ест, и понимать, это правильно он делает или нет. Ну, я надеюсь, если он в очередной раз перед игрой идет в Макдональдс, да, то я думаю, это не совсем хорошо. Руслан, ну, в общем, мы практически выходим на финишную прямую. Финал у нас уже? Нет, финал будет, когда мы в духовку все это загрузим. Да. Сейчас нам нужно все это залить майонезом и сверху потереть сыром. Так, ну сыр я доверяю тебе. Давай. Прошу. Начинай.
А я тогда смажу майонезом вот это да, все, да? Да, да, да. Так, так мы начинаем аккуратненько вот так все это делать. Скажи, пожалуйста, вот, а как ты проводишь свое время? Вот я провожу, например, ну, летом, по крайней мере, мы тоже играем в волейбол, футбол с друзьями там, бываем на даче. А как проводят? Вот, спрашиваешь про отпуск или свободное время? Нет, нет, не свободное время. Вот после тренировок, где тебя можно увидеть, я не знаю. Ты знаешь, таким графиком, как бы, как у нас, особенно когда уже сезон начинается, как бы... Очень плотный загруженный график, там игр, тренировок, то стараешься просто по максимуму как можно быстрее и как можно лучше восстановиться. Да? Опять же, когда есть выходные, к примеру, там между играми, между тренировочными там, днями, то ну, с семьей, с друзьями. В принципе, я думаю, достаточно. И ну, блюдо, как говорится, твое. Как мы это все посыпаем, обильно, не обильно. Давай, приступим? Да. Покажи мне мастер-класс. Да, мы делаем такую крышечку сырную. Ага. Ну, мне кажется, тебе уже по глазам вижу. Хочется скорее все это попробовать. Хочется тебе дать попробовать. Так. Наш кулинарный шедевр. Да. Тутраган яшель-шаляр по-татарски. Это название блюда мне сказал как раз Игорь. Человек, который только эти два слова и знает. Итак, это блюдо мы сейчас отправляем в духовочку. На сколько? Я думаю, минут на 30-40. Поехали? Баклажаны и кабачки разрезали вдоль на половинки и вынули мякоть. Фарш обжарили на растительном масле, добавили мелко нашинкованный репчатый лук, нарезанные кубиками болгарский перец и помидоры, натертую на крупной терке морковь. Посолили, добавили перец и обжаривали до готовности еще 8-10 минут. Половинки баклажанов наполнили фаршем, сверху смазали майонезом, посыпали мелко натертым сыром и поставили запекаться в духовку на 30-40 минут. Дорогие друзья, итак, наше блюдо готово. Блюдо на 5 с плюсом от Игоря Колодинского. Я пошел за ним. Давай. Помочь? Если только аплодисментами. Итак, открываем нашу чудо-печку. Вот что у нас получилось за каких-то там 40 минут. Ура! Итак. Выглядит неплохо. Выглядит замечательно. Аромат привлекательный. Как и привлекательная игра нашего замечательного связующего. Я имею в виду вас, Игорь. Тебя. Так, ну что ж. Как человеку с очень большим ростом. Возьми кусочек побольше. Угу, не получается побольше. Вот, есть. А ты там? Так, есть? Есть. Вот красота какая. Итак, Игорь, я предлагаю попробовать наконец-таки наше великолепное блюдо. Тутырган яшель-шаляр. Итак, бисмиллахиррахманиррахим. Я никогда не думал, что человек, который справляется с мячом, летящим со скоростью 120 км в час, может... Я его запускаю с этой скоростью. Вот это я имею в виду. Приготовить такое блюдо. Отлично получилось. Замечательный аромат, такой вот осенний букет вот этих свежих овощей. Браво. Спасибо. По традиции я предлагаю запить это овощное мясное блюдо нашим национальным татарским напитком. Катык. Давай. Напиток чемпионов. Отлично. Очень вкусно. Ну что ж, Игорь, спасибо тебе за то, что пришел. Спасибо, что пригласили. Да, ну мы всегда рады видеть самых настоящих профессионалов. Мы всегда рады поддержать все команды, которые играют за наше гордое имя Казань. Ну что ж, и я думаю, несколько слов болельщикам. Игорь Колодинский, игрок волейбольного клуба «Зенит», Казань. Прошу. Хочу еще раз всех пригласить на волейбол. Приходите, мы будем стараться радовать вас своей игрой. Мы действительно нуждаемся в болельщиках, потому что мы как бы все это делаем для вас. Приходите. Дорогие друзья, болейте за волейбольный клуб «Зенит Казань». Выигрывайте вместе с нами. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Новых побед, удачи, радости, везения. Спасибо. Слава Владиславу, секрет татарской кухни. Как всегда, спасибо. С вами.